Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 248 упражнение. Прочитаем задание. Измени по лицам и числам в настоящем или будущем времени глаголы «говорить», «сочинить», «нести», «спасти». Проверь, подчиняются ли такой же закономерности другие глаголы. Выдели личные окончания глаголов. Давайте выполним. «Говорить» – «говорю», «говорим» – первое лицо, «говоришь», «говорите» – второе лицо, «говорит», «говорят», третье лицо, «сочинить», «сочиню», «сочиним», первое лицо, «сочинишь», «сочините», второе лицо, «сочинит», «сочинят», третье лицо, «нести», «несу», «несем», первое лицо, «несешь», «несете», второе лицо, «несет», «несут», третье лицо, «спасти», «спасу», «спасем», первое лицо, «спасешь», «спасете», второе лицо, «спасет», «спасут», третье лицо. Да, остальные глаголы подчиняются такой же закономерности. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.